на Retro FM. Новости знаком плюс. И эти новости от вас, друзья, в виде смс-сообщений. Я их с удовольствием зачитываю. Вот Алексей пишет: привет с Нижнего Новгорода. В 6 утра в пути. Все отлично, потому что еду я домой. И такая погода хорошая, теплая, и солнце светит. И еще любимая радиостанция играет, любимые песни звучат. В общем, все просто супер. Тут же Ульяна присоединяется: с первыми лучами солнца мчим в город на Неве. За 3 дня надо посмотреть все, что строилось 300 лет. С зарядом энергии, позитивом, отрицательным у нас все получится. Я уверена, пишет Ульяна. Ульяна, я тоже уверен, что у вас все получится. И последнее сообщение на сегодня. Радио и всем его слушателям. Я Татьяна из Курска. И сегодня, 8 июня, в нашей семье нашему особенному человеку исполняется уже 10 лет. Младший наш, ты будешь сильным человеком. Мы никогда не дадим, не узнай, мы всегда рядом. И учитель, с тобой мудрее, сильнее, опытнее. Благодаря тебе мы живем и улыбаемся.